Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Очень насыщенный и богатый на всевозможные события месяц ожидает водолеев. Гороскоп знака Водолей на июль 2020 года пророчит череду постоянно сменяющих друг друга успехов и неудач. Трудовая деятельность будет забирать много времени и сил, при этом не принося никакого удовольствия. Благоприятными днями будут 7, 17, 21 и 30 июля. Неблагоприятными 9, 19 и 23. Советы астрологов. В июле стоит отказаться от заключения выгодных договоров и оформления важнейшей документации. Решение юридических вопросов лучше пока отложить, поскольку сейчас уладить все спорные вопросы, разрешив их в свою пользу, просто не получится. Будьте готовы к тому, что из-за аврала на работе у вас практически не останется времени на отдых. Любую свободную минутку в настолько плотном графике будьте готовы отдать членам семьи, которым сейчас также непросто. Главный плюс этого месяца – ваша неиссякаемая энергия. Ее должно хватить для устранения всех возможных преград на пути достижения цели и успеха. Не менее важным преимуществом июля является искреннее понимание и поддержка коллег и родных. Их желание всячески вам помочь дадут дополнительные силы, благодаря которым с любыми проблемами будет гораздо легче справиться. Начало и середина июля – это далеко не самый благоприятный период. Сначала вы будете убеждены, что все идет по плану и ситуация находится целиком и полностью под вашим контролем. Однако будьте готовы к тому, что вы очень быстро осознаете, что не можете рассчитывать на других работников в реализации самых сложных проектов. Не теряйте веры в успех и в себя, поскольку пошатнувшаяся уверенность в своих силах может стать причиной сильного замедления трудовой деятельности и совершения ряда ошибок. В конце июля астрологи предвидят положительную динамику. Это может быть связано с тем, что многие из вашего окружения пойдут вам навстречу и поделятся с вами очень ценными советами. Не теряйте бдительность. Необходимо очень внимательно относиться к каждой детали и мелочи, чтобы не упустить шанс на успех. Только так получится расширить горизонт новых путей укрепления своего положения в обществе. Приготовьтесь к тому, что старые планы придется пересмотреть и обновить. Будьте готовы к отсрочке реализации многих из них. Работа и карьера. Профессиональный гороскоп знака Водолей на июль 2020 года пророчит достаточно неблагоприятную обстановку в трудовой деятельности. Самым напряженным и трудным периодом, предположительно, будет начало июля. На это время не стоит строить какие-то грандиозные планы. Лучше займитесь устранением трудностей и урегулированием проблем, с которыми вам не удалось разобраться в прошлом. Предприниматели, руководители и бизнесмены должны быть предельно внимательны и осторожны в своей деятельности. В этом месяце высока вероятность сложных и серьезных проверок, к которым стоит заранее тщательно подготовиться. Легкомысленное отношение к предстоящим проверкам может испортить вашу деловую репутацию и подорвать ваш авторитет в глазах окружающих и коллег. Водолеи, работающие под чьим-то началом, должны быть готовы к возможным проблемам в межличностных отношениях с коллегами, поскольку некоторые из них могут быть источником нелицеприятных слухов о вас. Безусловно, такая угнетающая атмосфера негативно скажется на трудовом процессе. Далеко не всем хватит сил выдержать это сложнейшее испытание. Многие из водолеев всерьез задумаются об уходе и о поиске нового места работы. Если вы руководите достаточно большим трудовым коллективом, то пришла пора взяться за жесткий контроль работы сотрудников, для того чтобы добиться желаемого показателя продуктивности. Присмотритесь повнимательнее к своим подчиненным и определите самых ленивых, необязательных и некомпетентных. Возможно, пора с ними распрощаться. Финансы. Финансовый гороскоп знака Водолей на июль 2020 года пророчит достаточно стабильную материальную ситуацию. Проблем с поступлением денежных средств в этом месяце не ожидается. Вы будете крепко стоять на ногах, не испытывая нужды ни в чем. Но это вовсе не означает, что можно совершенно бездумно разбрасываться деньгами. Единственные возможные финансовые трудности будут связаны с некоторыми не до конца разрешенными в прошлом месяце материальными проблемами.
Желательно суметь урегулировать их в этом месяце. Возможно, для этого придется потратить некую сумму из бюджета на июль. Но крупных неприятностей с деньгами из-за этого ждать не стоит. Семья, любовь и отношения. Любовный гороскоп знака Водолей на июль 2020 года пророчит достаточно большое количество проблем в личной жизни. Даже уделяя избраннику максимум внимания, вряд ли получится избежать ссор и конфликтов, главная причина которых будет крыться во вмешательстве родных. В этом месяце существует огромная вероятность того, что ваша вторая половинка может узнать какую-то страшную тайну о вас, которая способна серьезно испортить ваши отношения или даже привести к расставанию. Будьте предельно осторожны и осмотрительны, чтобы суметь защитить партнера от подобных потрясений. Несмотря на невероятно высокую трудовую занятость, постарайтесь уделять достаточно времени всем членам семьи, отдыхать вместе с ними на природе или ходить в гости. Совместный семейный отдых однозначно укрепляет связь с родными и помогает избежать возникновения проблем. Если вы одинокий водолей, то вполне возможно, что в июле вас ожидает долгожданная встреча с очень интересным человеком. Вероятнее всего, вам удастся произвести на него очень хорошее впечатление. Поэтому совсем скоро вы начнете видеться с ним гораздо чаще. Эти отношения вполне могут перерасти в нечто серьезное. Здоровье. Гороскоп знака Водолей на июль 2020 года пророчит небольшие неприятности в сфере здоровья. Дамам следует избегать перенапряжения и лучше заботиться о собственной нервной системе. Избегайте конфликтных ситуаций, не создавайте их и не принимайте в них участие. Держите свои эмоции под контролем и старайтесь достаточное количество времени проводить наедине с собой. Важно сохранить психоэмоциональное равновесие, иначе могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Больше отдыхайте, высыпайтесь, занимайтесь спортом, дышите свежим воздухом и наслаждайтесь солнечным летом. Постарайтесь настроиться на позитив, чтобы быстрее справиться со стрессом, вызванным проблемами в работе и в личной жизни. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!